Здравствуйте. Хочу показать вам сорт Golden Delicious. Какой он из себя, какой он на вкус, как за ним ухаживать, чтобы достичь хороших результатов, чтобы он был красивый, крупный, не, ну, товарный вид, чтобы у него был. Вот, яблоки. Что все падает у меня. Яблоки. Такие по 250 по 300 грамм. Сейчас вот я сажу его. Зимний сорт, он лежит он у меня до Нового года без потери качества, а потом он становится ватный. Вот такие плоды 290. Это самый крупный, это с нормировкой. 330 грамм. 261. Ну, это, грубо говоря, крупное. Это дерево было. У меня 4 дерева растет с нормировкой. Вот этот же тоже сорт. Меньшая фракция. Это без, можно сказать, без нормировки. Без нормировки, то средний вес у него, наверное, 200-250 грамм. Вот сейчас сложим, посмотрим. 200. 180. Ну, средний 200-180, есть и крупнее, 270. Тут у меня лежали в ящике, это самые крупные, вот. И длинные даже есть, вот такие. Чтобы его вырастить нормально, вот такой сорт, что если его посадить и там 5 раз за лето полить и осенью прийти, то результата с этого никого не будет. Таких яблок не получите. Его надо обрабатывать минимум 4 раза от парши, ну, от грибковых болезней. Минимум 2-3 раза обрабатывать от плодожорки, от тли. Подкармливать, поливать обязательно, чтобы они были не такие, как там по 100, по 150 грамм. Манипусенькие и все подолбанные. А чтобы были вот такие яблоки крупные, хорошие. И тут тоже что-то вот какая-то или ударилось об что-то. Яблоко очень вкусно, оно входит в пятерку лучших в мире. Их люди очень любят, очень покупают. Оно сладкое, ну, его многие знают. Сладкое, хрустящее. Мы его уже доедаем, оно осталось у меня, можно сказать, ящичек. Вот оно, не вялое ничего. Вот я надавлю и сок. Это сегодня у нас 14 ноября. До Нового года надо их покушать, потому что они становятся ватные. Сейчас они отличные. Кусают, хрустит. Хрустит хорошо, сочное какое. Яблоко сладкое, вкусное, с ароматом. Сорт очень хороший. За ним надо ухаживать. Без ухода он будет корявый, весь в парше. Ну, он сам на себя не похож, если за ним не ухаживать. А так сорт очень приличный, очень достойный. Там некоторые его показывают. Так, без ухода, то, конечно, вид у него абсолютно не такой, как если за ним ухаживать. Сорт стоит внимания, он очень сильно распространен в многих странах. Американский сорт, он уже давнющий ему, я не помню, в каком году его нашли там где-то. Сорт очень хороший. То есть, если будете ухаживать, будете получать такие яблоки. Его можно сразу с дерева кушать, но чуть-чуть кислее с дерева и чуть-чуть плотнее. А вот чуть полежит, недельки две, оно становится уже более рыхлее. Не рыхлое, не сочное, ну, не ватное. Чуть рыхлее, ну, как раз кусаемое, хорошее. До Нового года классные яблоки. Ну, в подвале в обычном у меня. Сколько тут? Тут у меня 5,5 температура, 80% влажность. Ну, как раз то, что надо. Ну, конечно, температура обживательная, чтобы дольше хранились. Плюс 2, плюс 1,0. Ну, пока плюс 5. В принципе, отлично. Так что такой суперовый сорт. Ну, если нормировать его хотя бы яблоко на соцветие. А, еще, кстати, забыл сказать. Обязательно должна быть обрезка. Обрезка яблони. Омолаживающая обрезка, потому что на старых они будут тоже маленькие висеть, там по 120, по 140 грамм. А если проводить каждый год омолаживающую обрезку,
яблоки будут вот такого размера крупные. У меня на 106-м подвое эти яблони выросли не на М9, на 106-м. М9 еще не подоносят, только посадил. То вот, такие, вот такого размера. Но это с нормировкой. Без нормировки, естественно, вот они будут вот такого размера. Вот они чуть-чуть отличаются по размеру. Вот, без нормировки. Тоже на 106-м. С нормировкой крупные. Такие хорошие. Спасибо за просмотр.